Победительница живого звука отопительного сезона. Придем, дружок. Что же у нас будет вместо тебя? Ну, давай нажмем. Я хочу всем напомнить, что помимо звезд, которых вы знаете, у нас есть еще звезды народные, как мы их называем, которых мы выбираем путем довольно тяжелых и сложных испытаний. И вот такой один из победителей, имя которого пока еще вам ни о чем не говорит. И я очень рад, что впервые он выйдет на сцену с тобой. Правда. Я очень рад за него, за Сергея Дудинского. Сережа, привет. Давайте мы с вами познакомимся. Скажи, пожалуйста, я не знаю, как иначе, какой другой оборот речи. Вот как вот сказать, рад ли ты, что тебе досталась Света Сурганова? Во-первых, она безумно тебе не досталась, а ты все на все будешь с ней петь. На самом деле, правда, что у меня такая замечательная, очень замечательная партнерша. А что ты вообще сейчас чувствуешь? Вот впервые ты приходишь в наш проект, в нашу передачу. Чувство радости только. И даже, наверное, чересчур. Правда? Правда. Ты знаешь, это единственное подлинное чувство, которое испытывает артист на эстраде. Собственно говоря. Так. О, ребята. Ну, Света пела у нас все, что угодно. И я не удивлюсь, что этой песне она придаст очень что-то такое личное. Очень личное, очень роковое. Ну, а уж что ты привнесешь в эту песню, мы сейчас посмотрим. Но это потрясающая песня. Игорь Николаев, «Две звезды». Две звезды. Вот она, звезда, и звезда из народа. На сцену, ребят, вперед. Сергей Дудинский, Светлана Сурганова, «Две звезды». В небесном храме звезд венчание.
небесном храме звезд венчание. Две звезды. Девяносто семь баллов. Ну что, берем человека? Берем. Спасибо. Спасибо. Светочка, спасибо тебе. Как нам было с тобой хорошо, особенно мне, ты знаешь. Вы даже не представляете, как много вы для меня сделали. Я сейчас еще такую технологическую штучку поймал. Хочется же у каждого чему-то поучиться. Причем поучиться тому, что никогда в жизни не пригодится. Мне, например. Я обратил внимание, как Света, когда она поет, очень многие окончания слов микшируют вокально или убирают микрофон. Как каждая буква, заметили, финальная. Как ты это делаешь? Как ты все здесь делал? Спасибо тебе просто за то, что мы были рядом. Это время. И в эфире мы с тобой там останемся. Будем иногда пересматривать.